Пандемія не перашкода. БМЗ нарошвае экспарт на знешнія рынкі. Пра гэта ішла размова сёння падчас наведвання прадпрыемства прэм'ер-міністрам Раманам Галоўчанкам. Сёння БМЗ аднаўляе звыклы рэжым працы. Па выніках ліпеня прагназуецца рост аб'ёму выплаўлення сталі на 18% у параўнанні з папярэднім месяцам. Станоўчая дынаміка чакаецца па паказчыках экспарту і аб'ёму атрыманай выручкі. Падрабязнасці у Максіма Савіна. Жлобінскіх металургаў эканамічныя праблемы, выкліканыя наступствамі пандэміі, не мінулі. Прадпрыемства экспартна арыентаванае. Найбольшы спад адчула метызная вытворчасць. Попыт на металакорд з боку вытворцаў аўташын значна знізіўся. Буйныя спажыўцы альбо знізілі аб'ёмы закупак, альбо ўвогуле паставілі кантракты на паўзу. Зараз сітуацыя выпраўляецца. У ліпені вытворчасць гэтай прадукцыі будзе вышэйшай на 70%. Расце попыт на іншыя віды дроту. Падчас пандэміі актыўна працавалі і з рынкамі збыту. Экспарт дыверсіфіцыравалі, як гэтага патрабавала сітуацыя. У складаных умовах БМЗ не працаваў на склад, выключна пад заказ. Прымаемыя меры і ажыўленне на знешніх рынках дазваляе разлічваць на тое, што прадпрыемства па выніках ліпеня спрацуе з прыбыткам. На прадпрыемстве сложились очень неплохие технологические переделы. И то, что мы сейчас видим, участки, которые заточены, как говорят, полностью на экспорт, причем на экспорт в Евросоюз, ну, это, наверное, показать с точки зрения того, что будущее есть у предприятия. Надо экономически найти пути, как оптимизировать расходы, как увеличить операционную прибыльность. Размова о проблемах и перспективах БМЗ шла на посяджэнні с удзелам кіраўніцтва прадпрыемства, так само в области и района. Пытанняў для абмеркавання было шмат. Проблемы есть и с операционной эффективностью. Ну, конечно, самое главное – это навес долговой, который сложился над предприятием. В связи с тем, что многие проекты пока себя не оправдали экономически. Изменилась рыночная конъюнктура, мировые цены изменились, поэтому не хватает сил для того, чтобы рассчитываться по части обязательств. Поэтому решали, смотрели, где еще можно оптимизировать затраты, где есть резервы, как выполнить полностью, безусловно, все поручения президента, которые даны по этому предприятию. Важная частка визиту кіраўніка ўрада – встреча с коллективом. Диалог, на думку Рамана Галоўчанкі, атрымаўся конструктивным. Вопросы очень разнообразны были, от того, какие профессии будут востребованы, до традиционных строительства жилья, там, дороги и так далее. Но это понятно, что людей волнует в основном то, где живут они, и то, что сказывается на их благополучии. Но вообще разговор такой получился очень динамичный, откровенный. Мне понравилось, и я рассчитываю, что ответы, которые давали, они тоже людей устроили. Максим Савін, Ігор Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Сажлобіна.